В эфире информационный канал «Город», и мы продолжаем. На улице Щорса камера зафиксировала, как водитель «Соляриса» сбил 13-летнюю девочку. Все подробности в рубрике «Место происшествия». Напоминаем, что материал имеет возрастное ограничение 12+. На перекрестке улиц Щорса и Грибоедова водитель Hyundai поехал на красный сигнал и сбил на пешеходном переходе школьницу. На красный. Че? Бил? Да? Че, помочь вы? Нет? Или че? По словам инспекторов, девочка получила только ушибы, ее не госпитализировали. Неизвестные обокрали банк на улице Воровского. Они проникли в отделение через окно, отключив сигнализацию. Преступление было совершено в ночь на 19 марта. Злоумышленники взломали офис, украли деньги, сломали банкомат. Преступники вынесли около 7 миллионов рублей. Деньги забрали как из сейфа, так и из банкомата. Сейчас налетчиков разыскивает полиция. На этот раз не стал искать встречный КАМАЗ после ссоры с подругой, а устроил пожар в «Мерседесе», пьяный житель Кирова на улице Сурикова. В феврале мужчину ловили за рулем этой же иномарки в состоянии наркоопьянения. Тогда нарушитель признался, что после конфликта с девушкой он поехал искать встречный КАМАЗ. Да не, приходил с ребенка проведать, да посидели, пиво попили, поговорить. Ну вот. Помириться хотели, да? А? Помириться хотели, да? Не, я-то хочу, она не хочет. Не хочет, да? Ее больше интересует общественное мнение, которое вот такой фигни создает. Так как полицию вызвала подруга Алексея Анастасия, сотрудники ППС решили подняться к ней. Девушка не стала писать заявление на Алексея, но и мириться с ним Анастасия не захотела. Мужчину для разбирательств доставили в отдел полиции.